Ребят, всем привет, с вами снова Дукит, и сегодня мы поговорим о такой игре, как Цитадель Forge Whitefire, ребят. По данной игре я уже делал стрим, мои подписчики, кто смотрел меня, помнят. Вот, но сегодня мы немножечко поговорим не об этом, а о том, как нам в данной игре крафтить, то есть собирать ресурсы и приручать животное, ребят. Вот, для этого нам понадобится эссенса и понадобится тут, ребят, волшебная палочка. Вот, хочу сказать, опять же, уточнить внимание для тех, кто не знает, где найти эссенса. Эссенса в основном вся растет на болоте возле воды. Чем отличается? Натуральная эссенса, она зеленая, ребят. Можем собрать мы ее, скрафтив топор. Вот, а эссенса лайт, вот, она чуть-чуть посветлее. Тоже можно побегать и найти ее тоже возле воды. Главное не путать. Это нам понадобится для приручения животных и хила. Так, а зеленый это у нас для собора ресурса, также хила нашего животного. Короче, давайте сейчас посмотрим... как это все делается. Хочу, кстати, сказать вам одну вещь об палочках, ребят. Данные палочки открываются вам по мере вашего развития. То есть изначально вам дается какая-нибудь слабенькая. Это, по-моему, от 14 до 21 урон. Потом 10 уровне у вас открывается еще палочка. Это, по-моему, 30... Сейчас скажу вам. 35 урона. И потом уже идет, то есть, выше. Чем больше у вас, то есть мощнее у вас палочка, тем вы круче, короче, как-то вот так. Ну что ж, выбираем палочку. Заходим мы с вами в спилбук. Выбираем палочку, ставим. Выбираем эссенцию правой кнопкой мыши. Выбираем правой кнопкой мыши сюда. Выбираем то, что мы хотим с вами. Допустим, правая кнопка мыши, выбираем вот здесь вот именно. Что мы сейчас с вами создадим? Это экстракт, то есть это у нас, ребят, как раз-то для того, чтобы мы смогли собирать с вами ресурсы. Также смотрим, нажимаем, переходим, мы опять же нажимаем на эссенцию, нажимаем на руку, нажимаем мы на правую кнопку мыши. Так. Правда, вот это Баркс. Скин. Вот это, правда, я не знаю. Я знаю, что его когда активируешь, то он превращается в зеленую какую-то фигню. Я пока еще не забрался, что такое. Ну, давайте. Так, выберем вот эту. Я уже не помню точно. По-моему, где-то здесь. Так. Так, вот. Вот для хила, да. То есть, это вы можете хилить. То есть, вы можете своего напарника, вот, пополнять ему здоровье. Так. Выбираем еще одну. Так, ну, а это вы можете наносить урон. То есть, по-моему, это когда пуляешься, из земли какая-то вылетает такая, типа, шипа и херачит. Вот, ну что ж, у нас, в принципе, есть палочка. Есть у нас, убираем ее. Это мы будем с вами, ребят, крафтить, вернее, собирать ресурсы. Теперь мы выбираем другую палочку. Где у нас другая палочка? Так, не это. Ну ладно, давайте возьмем эту, в принципе. Ничего страшного. Так, и выбираем мы с вами, ребят, лайт. Выбираем мы первую, ставим вот эту, и что у нас? И мы можем, ребят, приручать животное. Так, это мы, ребят, лайт эссенция у нас. Потому что я когда начинал играть, ну, когда, короче, я начинал в нее играть, в принципе, понятно по поводу крафта всего остального, было непонятно именно, как создавать магию. То есть везде описывалось, как приручать, но никто подробно не рассказывал, как и какие сенсы нам надо использовать. Но я, по крайней мере, не нашел. Что ж, мы сделали. Теперь мы нажимаем опять ее, нажимаем вот эту, нажимаем вот сюда и... Так, черт. Вот, ребят, у нас появилась эта штука. Это, короче, нас будет хилить. Сейчас я вам это покажу, ребят. Так, выходим. Вот, это у нас палочку мы сейчас создали для приручения. Вот это мы сейчас схилимся, как правой кнопкой мыши нажимаю, видите, да, у нас идет хил. Так, давайте я вам покажу по поводу... блин, я босоноги бегаю, ботинки-то я себе не сделал. Давайте я покажу по поводу... Какое-нибудь мы просто животное. Кстати, вот, ребят, вот это натуральная эссенция, то есть это на болотах растет, которую вам надо будет просто, можете собрать ее топором. Вот. Кстати, вот волк бежит. Давайте попробуем. Вот, ребят, мы начинаем его приручать. Но это второй левел, это вообще фигня. Просто я не знаю, насколько у нас долго он будет приручаться. Посмотрим. Единственное, что, ребят, я не знаю, можно ли здесь нанести ему урон, чтобы он быстрее приручался или нет. Может быть, есть ли такая тут фишка? Я думаю, все будет быстрее. Но нет, видите, это всего лишь второй левел. Давайте попробуем.
долго. Давайте, может, немножечко его побьем. Вот, как видите, внизу стрелочка, это показывает, сколько у него приручений идет. Это, представляете, что-то долго, конечно, долго. Но это зависит, опять же, говорят, от нашей палки волшебной. Ну, мне не страшно, но у него урон, в принципе, маленький. Ну, животное здесь также прокачивается. Также прокачивается, как и везде. То есть вы его можете с собой брать, чтобы он с вами бегал, кого-нибудь грыз. И тем самым у него будет прибавляться уровни. Так, блин, у нас закончилось. Короче, закончилось у нас этот, как его, блин. Я забыл, что я не взял кольцо, ребят, для восстановления маны, извиняюсь. Ну, короче, вы поняли смысл. То, что вы можете его приручать. Так, мана у нас есть, сейчас восстановим. Сейчас мы попробуем ему урон нанести немножечко. Может, он у нас быстрее будет приручаться. Так. Где у нас палочка моя волшебная? Так, куда мы ее брали? Куда-то нашу палочку задевали. Так, ладно. Сейчас мы заново создадим, ребят. Создадим заново. Блин, ну вместо с собой, видите, я не взял с собой. Короче, ладно, давайте сейчас покажу, как вам, ребят, как мы будем крафтить. То есть я вам показал, как мы приручаем животного. Просто у меня сейчас нету с собой кольца, которое устанавливает ману. Блин, не взял я вот так вот, я не подготовился. Сейчас мы его забьем, чтобы он нам не мешал. Так, ну что ж, пошлите дальше. Берем палочку. Так, да давайте возьмем любую. А, это у нас есть. Так, ребят. Что ж, берем. Ну, в принципе, мне тут стоит, я вам покажу просто. Берем вот другую палочку, заходим опять сюда. Нажимаем, у нас уже натурал эссенцию. Опять же, нажимаем сюда, нажимаем. Нажимаем. То есть, вот, у нас это для экстрат, для сбора ресурсов. Ну, и оставим, наверное, с вами, допустим, вот эту. Вот видите, да, он превращается. Я, правда, не знаю, что это нам дает. Я еще не разобрался сам маленечко. Так, ну, вот видите, да, мы можем теперь, сделали, мы можем крафтить, ребят, с вами дерево. Можем крафтить камни, можем, да все можем крафтить. То есть, буквально все, ребят. Игра вообще, игра мне понравилась, она очень интересна, блин. То есть, тут очень много смешанной магии, крафт, то есть, и все. Ну, необычно для данного жанра сделали разработчики. Единственный минус, то, что здесь пока не очень много народу. Мало очень русских серверов, ребят, и она на английском. Ну, в принципе, для тех, кто крафтил, для тех, кто понимает, то есть сам весь смысл, будет понятно, реально. Тут, по сути, все объяснено. Что для чего надо. Допустим, нажимаем, нам показывают, что нам, чтобы этот скрафтить предмет, что нам нужно, допустим, 6 вот этих. Или, допустим, показывает, какой нам для этого нужен будет станок, ребят. Там станок или специальный стол магический, чтобы скрафтить, ребят. Единственное, что для меня была проблема, как я говорил, это разобраться вот именно в создании магии. Ну, хочу вам напомнить, что про что сегодня у нас было видео, это Light Essence и Natural Essence. Light нам дает приручение и хил. То есть, вот, как я хочу вам еще раз сказать, где у нас палка эта. Где у нас палка? Блин, да как-то я оставил ее. То есть мы выбираем эссенцию. Выбираем. Это у нас рука, по-моему, приручение. А, вот это приручение, а это исцеление, да. То есть выбираем сюда. Выбираем сюда, нажимаем. И так вот. Также опять же выбираем сюда. Нажимаем вот сюда. Выбираем, какой нам будет, ну,
какой мышкой выбираем Craft Spell. И у нас палочка готова, и мы можем делать с вами заклинания и все остальное. В принципе, единственное, что... Сейчас я вам покажу. А, у нас есть кольцо, но у меня маны очень мало. Очень важно, да, кстати, если по желанию иметь какие-то вот именно кольца или какие-то амулеты, которые, допустим, либо хилят вас, либо дают вам маны. Но у меня кольцо, единственное, что оно это очень мало, которое данное кольцо, это дает мне всего лишь одну ману в секунду. Это очень мало, допустим, для того, чтобы использовать магию, потому что затраты на магию идут, как видите, больше, чем, допустим, у меня оно отхиляет это кольцо. То есть дает заряд мне. Вот. Хочу опять же сказать, что крафт здесь палочкой очень удобно. То, что, блин, ребят, реально. А, ну можете, в принципе, создавать, но для этого вам надо будет материал создавать. Также ману можете создавать здоровье, но для этого нам надо будет собирать, опять же, всякие приправы. Тут эти цветочки, кустики. Вот. Ну, как видите, плюс в том, что мы можем делать вот так вот. Мы не бегать, не рубить, а просто подходить, нажимаем одну кнопочку, тем самым и начинаем крафтить, 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 крафтить. То есть это очень удобно, очень круто и смотрится вообще просто необычно. То есть он сейчас соберет его, и эта фигня, в отличие от других, еще хочу сказать о других таких вот же типа игр жанр, то здесь очень быстро устанавливается, ну, как вам сказать, то есть вы забрали ресурс по времени, он быстрее, мне кажется, устанавливается здесь, чем где-то в другой какой-то игре. То есть тут все собирается, можем собирать все. Но это довольно-таки круто. Блин, не показал я метлу, ребят. Тут можно летать еще на метле, но мы ее не создали. Создал я еще, в принципе. Может быть, кому-то интересно будет, вы напишите в комментарии. Мы сделаем еще какой-нибудь, ребят, обзор по данной игре. Вот. Я по мере возможности, может быть, еще сделаю стрим по этой игре. Пока, как сказать, никак не получается, ребят. Ну что ж, кому это помогло? Ставьте лайки, ребят. Подписывайтесь обязательно. Я... буду ждать вас на своем канале. Вот. Приходите на стримы. Всем, ребят, пока. С вами был Дукит, канал World of Games. И до новых, ребят, встреч. Всем, кстати, хочу еще поздравить с наступившим новым начальным учебным годом, ребята. Всем покедова.